Управлением ФСБ России по Ульяновской области пресечена противоправная деятельность жителя города Ульяновска, причастного к организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что указанное лицо, действуя в составе преступной группы по предварительному сговору, организовало устойчивый канал незаконного пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, что повлекло существенные нарушения охраняемых законом интересов общества и государства. Члены преступной группы за денежные вознаграждения предоставляли в органы исполнительной власти, принимающие решения о приеме в гражданство Российской Федерации, фиктивные свидетельства о рождении, содержащие заведомо ложные сведения. В результате противоправных действий жители города Ульяновска ряд иностранных граждан получил гражданство Российской Федерации. На основании результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом ФСБ России по Ульяновской области в отношении указанного лица возбуждено и расследовано уголовное дело о совершении 5 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 322 прим. 1, пунктом А части 2 статьи 322 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ленинским районным судом города Ульяновска фигурант признан виновным в совершении преступлений и приговорен к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 250 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.